В Шымкенте работодатели задолжали почти 500 000 000 тенге своим сотрудникам. Внушительную сумму рабочие недополучили за этот год. Им вовремя не выплачивали зарплату. В основном это сфера строительства, торговли, сообщили в управлении Государственной инспекции труда. Именно туда и обратились люди за помощью. После проверки недобросовестные предприниматели погасили задолженности и выплатили штрафы на общую сумму почти 7 000 000 тенге. Также выяснилось, что многие не перечисляли обязательные пенсионные и страховые взносы. Нашли инспекторы и нарушения требований безопасности. С начала года в Шымкенте зарегистрировано 13 несчастных случаев на рабочих местах. 4 человека погибли.